Сергей, с победой, твой комментарий по сегодняшней игре. Спасибо большое. Ну, я думаю, контролировали ход игры. Первый гол, конечно, давался так тяжеловато, нам моменты были, но после первого и гола, я думаю, что наши оковы, так, которые нас закрепощали перед ответственностью, перед домашней публикой, спали. Ну, в принципе, мы контролировали игру, ну, там не пару невыжженных ошибок, перекладин. Ну, в принципе, я думаю, победили заслуженно, но тяжело. Молодая команда, быстрая, то есть немножко было... Они быстрее, может быть, были чуть в атаке, но за счет контроля мяча пришлось, мы их разбивали, их построение. Думаю, каждый понимал, что Минск — это не мальчик для битья. Удивил ли чем-то соперник? Ну, навряд ли удивил. Мы готовились, я думаю, тут тяжело удивить. Уже сколько, 20 игр, сколько мы там сыграли чемпионат. Все друг друга знают, по 10 человек в командах не меняется. Примерно мы понимали, что они могут, я думаю, они понимали, что мы могут. Осталось выполнить тренерские установки, и кто не допустит ошибки. Впереди у команды два сложных матча, также за спиной беспроигрышная серия из 5 матчей. Как команда вообще настраивается, какое настроение в раздевалке и как будут вообще готовиться? Да, нормальное настроение, не скажу, что эйфория. Если она бывает, мы разбираемся с этим. Взрослых ребят хватает у нас. Ну, да идем игре к игре, честно, нет. Есть немножко вот, наоборот, то, что мне нравится, появляется уверенность, то есть недовольство, ты выигрываешь, тебя меняют, и ребята недовольны, стараемся общаться, и появляется такая, нет такого, что ты выиграл, все, снял майку, побежал, лучший день жизни, нет. То есть появляется какая-то уверенность в своих силах, ну, вот проверка будет, посмотрим, хорошие команды, лидеры чемпионатов наших, многих-многих лет. Посмотрим, что это будет. Но в любом случае, это, понимаете, нельзя говорить, что сейчас серию мы там будем бороться за все золото. Все. Это игре к игре. Спасибо.